Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы смотрим сегодня обновление, вышло Альфа 39. Ну, в прошлой серии, кто следил за моими прохождениями, мы строили этот дом. И сегодня посмотрим, что там в этом обновлении. Я зачитаю с сайта. Вот, ссылка на сайт будет в описании данного видео. Итак, появилась, по-моему, банановая крыша и автогребля. Так, новые модули. Так, зачитываю. Новые модули банановой крыши теперь позволяют строить завершенные здания на островах с преобладанием банановых деревьев. Недавно добавленный модуль памлиновой крыши немного обновили свои модели. Так, заходим. Строение. Стены. Бля, а что тут? Ничего нет, блядь. Все так же, по-моему, все так же. Нет, да? А, эти что ли? А, точно, эти появились бананами теперь. Угу, вот, первое обновление. Так, функция автоматического... Это вторая, так, второе обновление. Функция автоматического весла автогребля делает длинные весельные путешествия более комфортными. Автоматическая гребля запускается автоматически в течение нескольких секунд после начала гребли, включает и выключается вручную в любое время, если автоматически... Или автоматически на мелководье. Блять, ничего не понял. Автоматически гребли запускаются автоматически. Автоматическая гребля запускается автоматически в течение нескольких секунд после начала гребли. Масло масляное, блять. Автоматическая, автоматически запуск... Автоматическая гребля запускается автоматически. Слишком пот, а плюс один и выживание. И чё мы, блядь? Сколько мы выжили? Мы здесь уже выжили, блядь. Так, давайте посмотрим. Это наш инвентарь. Так, весло. Поплыли. Полный список изменений. Модули банановой крыши, которые мы с вами посмотрели, добавлено. И добавлена функция автогребли. Так, наш Мерседес. Наш Мерседес. Войти. А, вон авто, видишь? Слишком мелко. Так, выйти. Дай выйду, блядь. Так, автогребля. Так, чё? Сюда. Чуточку сюда. Так. Бля, лучше бы сделали автомат. Так, вот, видишь? Чик-чик-чик. Сейчас посмотрим. Чё у нас здесь? Ну, доплывем на тот остров, я думаю. Так, раз... А вот. Блять. Все отпустил. А, все сам плывет. Так, общее добавлено. Больше маловых объектов имеет контур. А, изменено обновление модели для пальмовых крыш. Мы это с вами видели. Изменена скорость испарения была изменена с 36 на 72, соответственно, для емкости для воды, кокоса и для водосборника. То есть вода теперь у нас больше хранится, то есть не испаряется, чем обычно. То есть два раза, 36 на 72. Исправление, исправлено. Максимальная защита строительных объектов. Чё, блядь? А, все. Так, строительных объектов действовало так, если бы она имела третий уровень защиты от дождя. Исправлено это. Исправлено. Невозможно было добавить воды в емкость для ее хранения, если у игрока было достаточно или меньше воды, которая была необходима. А, типа больше пить тогда нельзя было. Исправлено. Соль появляется снова после выливания соленой воды. Исправлено, да. Исправлено. Нет иконки в инвентаре при кипячении соленой воды для извлечения соли. Исправлено. После спарения соленой воды не осталось соли. У нас что-то не помню, такое было, не было. По-моему, не было нихуя. Так, исправлено. Вода не испарялась из-за свежесрезанного кокоса. А, теперь ты воду срезал. И у нас это... Она испаряется. А раньше она, по-моему, даже
хранилось так долго, да? Ну, какие-то дурацкие эти обновления, что-то ничего нет. Во время летних каникул они нихуя ничего не планируют добавлять и реализовывать. Написано на сайте. Ну, я скину ссылочку, почитайте. Так, я голодный, мне очень холодно. В принципе, удобно, если я добавлю. Вот, нажимаю шрифт, то он уже автоматически, ну, как бы, мощно плывет. Нормально. Нормально. Опять, блядь, ночь, нихуя не видно. Так, блядь, а если так, блядь, плыть? Нормально, нет? Да, сейчас влупим банан, блядь, опять ночью. Нормально. Лучше бы с плотом что-нибудь сделали. А, видишь, оп, она вы... О, выключилась. Слишком мелко. Так, выходим. Это в карман, блядь. Так, у нас теперь есть лук. В прошлой серии мы с вами и чаечку укокошили. Так, где тут бананы, блядь? А, во. Все, пожрали. До рассвета поспим. Посмотрим. И хули, блядь. Блядь, нормальное такое обновление, блядь. Как мне зажечь эту свечку? Видишь, свечку в руках? Блядь, нихуя не вижу. Ой, дал стрелы у нас есть. Пойдем-ка. Так, короткая палка. Я, блядь, ни хера не вижу. До рассвета нажал же, и чё, хули, блядь. Так, сейчас попробуем развести костер, блядь. Пустой костер. Малый. Средний. Хуя не вижу. Все, нет. О, блядь. Хоть картинка появилась. О, будем ходить со свечкой. На-на-на. Так хоть светлее, да? Папайя, ничего нету. Она бесконечная, свечка-то эта. Так, нам что-то нужно с кокосами сделать, да? А он автоматически ее ставит. Вообще ништяк, блядь. Думал, она тухнет сразу. То есть нам так можно исследовать ночью. Сука, кто-то сажал бананы.
Вот это вверх применение. Чё за применение? Куда, блядь, применение? Ну ладно. О, а это мы. Нахуй нам не нужны уже. Так, давайте быстренько нарубим сейчас дров-то. Блять, а где? А. Чё, блядь, скисло, что ли? А, вон, блядь. Заебут эти сухие палки, какая хер разница, блядь. Нужны камни. Ну, сумку, значит, уберем. Ну, тогда поехали. Бесконечную свечку. О, она, блядь, горит уже, что ли? Фига себе. В сумке горела свеча, ёпта, блядь. О. Прикинь, чё. Можно попить. А мы не хотим пить. Соленая вода, откуда она здесь? Что-то. Ну, установим. Смотри, так берется опять. Что-то как-то как дерьмо, блядь. Ладно, хер с тобой. Ну, соленая вода. Давайте попробуем поставить место для готовки. Что там? Соль видно, я вижу только булыжника, средний костер. Спалка, копалка. Оп. 61. Там увеличили испарение, но, блин, как-то засекать, сидеть. Ну, поверим на слово разработчикам. Так, где здесь еще, блядь? Так, где здесь еще? Не вижу нихуя, блядь. Как тебе подходить там, блядь? Что там чайки распиздились? Длинные мне нужны, длинные. У нас мяса с вами нет. Я замерзаю, говорю, чувак. Сядем, погреемся, что.
Так, что у нас? Здоровье 100, голод нормально, жажда. Жажда 43, но причем чувак не хочет пить. Вообще категорически отказываться от этого. Так, что у нас? Так, снова после. Так, кусочек соль 0,1. Кусочек соль 0,1. Так, встанем, посмотрим. Нет иконки в инвентаре при кипячении. Так, нет иконки в инвентаре при кипячении соленой воды для извлечения соли. Так. Так. Так, что здесь? Опять соленая вода, что кругом она соленая? Теперь что, вода вся соленая будет? Всю ночь, блядь, просидели, хуй знает где это. Спать. Ну, рассвет хоть, блядь, видно что-то. Так, сейчас пизданем одну пальму с вами. Вот это, наверное. И посмотрим, что там с кокосами. Типа сделали, что теперь испаряется, блядь. Вон кокос нахуй, блядь. Взяли пальму гандошин, да и хуй. Так, кладем. Раз. Ты где? Так, раз, два, три. О, есть, можно попить. А, блядь, а нахуй это сделал? Ладно, пальму пизданули нормально. О, пальма кувыркается тут. Так. Сейчас будем, наверное, долго ждать придется, но мы сейчас шлепнем его. И подождем потом. Так, что у нас там? Пожажда 28. Так, поесть можно что-нибудь взять. Кусочек кокоса. Что теперь с неба идет, блядь? Вода, что ли, блядь, соленая? Так, где еще? Давай зеленый возьмем. Зеленым проще. Положим так сюда. Вот. И ебнем молоточком. Ну все. Так, файл. Секундочку, сохраняемся. Вернуться. Ну вот такой небольшой обзор обновления. Не знаю, насколько он вам полезен, в принципе. Вот, ссылочку на сайт я оставлю в описании. А на этом давайте заканчивать. Ну, если вы это обновление, вы это и новое видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте колокольчик. Также подписывайтесь на Twitter, на паблик. Комментируйте, ставьте лайки. Буду очень признателен, если поделитесь этим видео в социальных сетях. А так, всем спасибо. Всем пока.